Приветствую вас. Полагаю, вы не будете спорить с тем, что и ваша позиция может быть верной, и позиция мужчины может быть верной тоже. И позиция ваших родителей может быть верна. Конечно, есть нарушение определенных личных границ, то, что они приняли решение за вас. Есть, конечно, в этом нарушение личных границ, тут бесспорно. Вот. Но есть некоторые нюансы в том, что вас тянет к человеку. При том, что у вас такие достаточно жесткие родители, да, очевидно. Вот. А есть определенные нюансы в том, что вас тянет к человеку, который также слывет, скажем так, жестким. То есть получается, и в первом, и во втором случае все сводится к тому, что вы, ну, стремитесь угодить. И первым и втором случае все сводится к тому, что вы должны, я бы сказал, подчиняться. Вы должны подчиняться, вы должны ну, делать так, как вам говорят, что, наверное, ну, как-то вот не совсем то, чего бы для вас хотелось бы, наверное, это то, чего вы и сами бы для себя, наверное, не очень-то сильно хотели бы. Потому здесь очень важно поисследовать то, как именно, из чего именно, точнее, состоит ваше к человеку стремление. Вполне вероятно, что если с этим разобраться с тем, что вот вас к нему тянет, то вы, вероятно, увидите какие-то вещи, которые, может быть, помогут вам увидеть ситуацию несколько с другой стороны, ситуацию с несколько иной стороны. Вот, и, возможно, это могло бы помочь вам
для себя несколько лучше увидеть происходящее. Вот. То есть, повторюсь, что вполне вероятно, что и родители, и мужчина преследуют свои цели по отношению к вам. Это нужно учитывать обязательно, что оба оба лагеря, скажем так, могут преследовать свои цели. Вот. Поэтому, на мой взгляд, нужно осторожно здесь, ну, действовать, как мне видится, по крайней мере, как мне представляется, по крайней мере. Вот, и, соответственно, это вот очень такой важный момент. Есть, конечно, вот ну, есть очевидная история, что вы как-то вот к себе относитесь достаточно обесцениваешь, ну вот, как мне кажется. То есть, в том смысле, обесцениваешь, в том смысле, что вам, вероятно, нужны люди рядом. То есть вы нуждаетесь в том же мужчине, например. Вы нуждаетесь именно. Вот. То есть это тоже может быть проблемой в какой-то степени. Вот. Хотя и безусловно это меньше проблем, чем то, что вы, например, допустим, можете, допустим, можете считать, например, что вы должны быть с человеком обязательно. Вот, например, так. Да? И вот, например, откуда у вас есть вот такая позиция, допустим, что вы должны быть человеком обязательно. Ну, то есть это вот как раз, на мой взгляд, это как раз-таки, ну, могут быть определенные особенности ваши, как раз-таки. Вот. На который вам имеет смысл обратить свое внимание самое.
ну вот свое внимание, да, на которого имеет смысл обратить свое внимание. Вот. А вот, соответственно, то, что можно было бы, наверное, вам сказать. А вот, соответственно, то, на что я хотел бы обратить вашу, ну вот сейчас ваше внимание. Дальше. Идем. Значит, вы говорите, что были вынуждены переехать, должны были вынуждены приехать к родителям. Ну вот, смотрите. Здесь момент такой, что да, мужчина, он мог, в принципе, почувствовать себя, ну, перестал мужчина чувствовать себя хозяином ситуации, да? Перестал человек ощущать себя хозяином. Вот. Вполне может быть, что человек, ну, воспринял это как некую угрозу такую для себя, да? Вот. Вполне вероятно. И как бы это вот тоже такой момент, на который нельзя, как бы, ну, не обращать внимания. Вот. Это вот такая история. И когда вы говорите, что, например, что вы вынуждены это сделать, допустим, когда вы говорите, что, ну вот, что вы должны были это сделать, например. Но для меня это вот звучит именно вот таким образом, что вы поддались каким-то вот, ну, обстоятельствам, по сути дела. Вот. Это такой достаточно, ну, достаточно важный момент, на мой взгляд. Хотя я и понимаю, что может быть у вас, ну, были какие-то другие основания там, да, для того, чтобы приезжать. Вот. То есть это очень, знаете, похоже на защиту. Вот. То, что человек
Ну, то, что человек сделал, да, то, как человек себя вел, это больше похоже на защиту. Вот, просто на защиту от ваших родителей. Так что, в первую очередь, умение, значит, выстраивать взаимодействие с людьми, это первое. Важно. Второе, что важно, это ну, определиться со своими желаниями. То есть вот что из себя представляют ваши желания, да? Грубо говоря. И вот как раз тогда уже будет как-то более понятно. С чем, ну, что происходит и как вам, что вам дальше делать. Вот это, на мой взгляд, такой ответ может быть. Вот, конечно, то, что родители решили за вас, это ну, такой нюанс ваших отношений, да, вот. Но тем не менее, то есть это вот вы себя, грубо говоря, не обезопасили. А так, я думаю, что вы, ну, я думаю, что вам хочется защищенности, я думаю, что только вот при таком достаточно жестком подходе, я думаю, вы себя ощущаете, ну, как бы, защищенным. Вот, в остальном мне, ну, мне видится в остальном так, что нет. То есть мне видится, что вы вот, ну, как бы, тяготеете к такому вот отношению к себе. Вот, я был бы рад ошибаться, на самом деле, очень был бы рад быть не брат, но пока все упирается в то, что боитесь вас пацаны, боитесь вы, что от вас уйдут и так далее. Вот. Ну и в желаниях своих вы тоже, на мой взгляд, разбираетесь, не сказать, что очень хорошо. Вот. То есть, ну, такой вот момент мне кажется здесь важен. Так, значит, на этом все. Я надеюсь, да помог вам решение в любом случае, какое бы вы ни приняли. Не будет удовлетворять всех, поэтому готовьтесь к тому, что будут недовольные. Вот, ну именно недовольство кого-то говорит о том, что действуете вы не то чтобы верно, а адекватно себе. То есть созвучно именно своим ценностям, да, и своим желаниям. Удачи вам, всего самого доброго. Я надеюсь, что ваша ситуация будет разрешена, и надеюсь, что вы сможете в себе разобраться. Ну, а если нет, то обращайтесь, будем рады помочь.